हाँ जी, सब ठीक है? बिल्कुल बढ़िया सर। आपकी वीडियो डाल सकते हैं यूट्यूब में? डालो सर, बिल्कुल डालो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भारत भूषण है। भारत भूषण मतलब भारत का रतन। ये वो जाऊत अलमास इन जी ऑन मोई द्रुक उन्यूवेस मंगाइजीन सोतवे सियाजी टेलीफोन है, स्मार्टफोन है। Добрый день, ребята. Хочу показать вам сарсу. Сарсу? Да, сарсу. Это горчица растет. Сзади мы проехали, там росло зерно, молодое зерно. Вот это поля. Тоже рогли яркие. Я хочу показать вам зерно. Давайте посмотрим. Передышки, дарты. Вот это зерно. Хлеб, можно сказать. Уж я не сельский человек, не могу сказать, как правильно назвать. То есть здесь поля. Вот желтые цветы, видите, это горчица. А здесь люди живут вот, вот среди поля. Ну, это деревня была раньше. А сейчас вот там комбайн стоит. Смотрите, комбайн. Вышли комбайны на поля, созрело, сами знаете что. Так что вот такие, вот сеновал. Это мой друг Бхарат Бхушан. Еще раз со мной на своей Hyundai. Машина хорошая. Вот она, пшеница. Пшеница растет. Там трасса проходит. И канак угрие. Называется по-индийски канак. Красота, зеленые поля. А это деревья, как пальма. Не знаю, какое. Это похоже на пальму. Наверное, порода другая. Вот канак, ребята. Вот канак. Ой-я. Это сельская дорога. Немножко там разбит. Вот пшеница. Смотрите. Пшеница. Красота какая. Поля. Далеко-далеко идут поля. Вот виадук. Мой друг. Hello. Hello. Это его бибика. А это что? Это тоже канак. Канак? А это для животных, для коров, для буйволов растет зеленая трава, чтобы молоко хорошо давали. Прекрасный воздух здесь, смотрите. Наверху все чисто, небо чистое, сельская дорога. Современный транспорт. Ну что, я думаю, что здесь в Индии вы еще таких места не видели. Приезжайте сюда. На самом деле здесь очень любят Россию. Каждый человек у меня спрашивает, что у вас творится, какие события. То есть индийский народ очень переживает за Россию, за людей. Мне это очень нравится. Если вы хотите такие же видео посмотреть и впредь, подпишитесь, ставьте лайк, в комментах пишите, что вас больше всего понравилось. Ребята, вот я приехал к нему в гости. Сасрия Кальди. Кидау туси. Я спросил, здравствуйте, и как спросить, как у вас дела? Все хорошо? Она сказала, что она только знает по хинди, по пинджабски, английский, English знаете его? Кучу бол до? Она, я могу понять английский, но не могу говорить yes, no. My name is? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बोलो, my name is? My name is? मेरा नाम? अच्छा, my name is आपका नाम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष. My name is Santosh. Santosh. Ее зовут Santosh. Знаете, по-индийски Santosh это значит что? English, да, то есть, да, это означает, о,
Сантош означает это спокойствие, достаток в душе. Сантош, вы моя мама. Это как мне брат радуется. Мелега мера бхай е, брат. 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 Бхай. Дело в том, что брат и по-индийски. Индиан мы бхай ко брата и болте те на брат. То Russian ка милта е. Она стала еще раз бабушкой. Ребенок маленький родился. У него, о, не у него, а его младшего брата. Все дети там. Придут, покажу. Друзья, я сейчас стою при Чандигаре. Есть город такой маленький, небольшой. Называется Зиракур. Здесь Starbucks есть, KFC, McDonald's. McDonald's? Burger King. Burger King. Burger King. Вот шоссе, которое... Вот это, если в ту сторону ехать, то это Чандигар. А если ехать вот ту сторону, то это дорога, национальная трасса, которая соединяет Чандигар с Дели. Так что если приедете, мимо Зиракура вы проедете. Вот такое место. Вот мы с другом гуляем. Вот здесь это Декатлон, как и в России. Ну, машины как машины. Volkswagen, Polo. А это я не знаю. Ну, все как в России. Летом жарко, но кондиционеры спасают жизнь. Сейчас везде. В маленьких даже магазинах есть кондиционеры. Я это вам гарантирую. Собачки. Вот собачка убежала.